абсолютно точно могу сказать, что состояние медицины как в Ачинске, так и в Ачинском районе, в западной группе районов Красноярского края, не катастрофическое. Буквально на этой неделе прокурор края проводил впервые расширенную коллегию по теме здравоохранения и был достаточно сдержан в оценках нынешней ситуации. Если бы ситуация была катастрофическая, поверьте мне, и прокуратура Ачинская, и прокуратура Ачинского района, и прокуратура края назвала бы катастрофической. Она не идеальная точно, ее сложно назвать хорошей, но тем не менее есть большое число проблем, которые накопились за годы и которые активно решаются, в том числе в городе Ачинске.